«Вспоминая российский императорский дом». Так называется выставка, которая открылась в Красном зале музея-мемориала Владимира Ильича Ленина. Это второй совместный проект Ленинского мемориала и Национального фонда поддержки правообладателей. Это уникальная в своем роде выставка. Подобных фотографий нет нигде, ни на просторах интернета, ни у кого-либо из коллекционеров, частных собирателей. Дело в том, что эта выставка формировалась постепенно. Это в основном фотографии белой миграции, особо, так сказать, особо приближенных к императору. В 1953 году в Америке было образовано такое общество, российско-американское общество, которое в дальнейшем передало эти работы Национальному фонду поддержки правообладателей. И вот благодаря этому фонду мы сейчас имеем возможность лицезреть эти уникальные работы. Выставка посвящена трагическому событию. 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля, была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Может, кому-то покажется абсурдной ситуация, что экспозиция размещена в мемориале имени вождя той самой революции, в результате которой погибли царственные особы. Однако доказано, что расстрел Николая II и его семьи проводился без санкции Ленина и Свердлова. Это была внесудебная расправа уральских большевиков. К тому же представленные экспонаты рассказывают не о причинах трагического события. Они показывают историю семьи Романовых. На выставке есть портреты и фотографии всех членов семьи. Как мы знаем, царская династия в России начинается с 1613 года, с Михаила Федоровича. Его сын Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, заложил Симбирск, направив на эту землю воеводу Богдана Хитрово. Главной драгоценностью коллекции стал альбом генерал-майора Александра Владимировича Сыробоярского, героя Первой мировой войны, участника легендарного Брусиловского прорыва. Еще молодой Александр с тяжелым ранением попал в царско-сельский госпиталь Александры Федоровны, где сама императрица вместе с дочерьми ухаживала за ранеными. Сыробоярский подружился с венценосными медсестрами, а заботливые руки Ее Величества, накладывавшие повязки, помнил всю жизнь. Этот эпизод жизни создал крепкую дружбу между офицером и императорской семьей. Великие княжны и императрицы позже писали Сыробоярскому на фронт даже из заточения. Их послание Александр хранил как главную свою святыню. Экспозиция проработает до 25 августа. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.